центр столицы Камчатского края. Наверняка вы все, живущие здесь, бывали в нем, а те, кто здесь не живет, видели его на фотографиях и на киноэкранах. Сегодня я прогулялся по самому центру столицы Камчатки, по Театральной площади, чуть-чуть по берегу Авачинской губы. Пока что почитаю вам стихи. Стихотворение Ивана Гончаренко «Петропавловск-Камчатский» было опубликовано в 59 году прошлого века на страницах главной газеты полуострова, на страницах «Камчатской правды». «Ты не полон гордого величия, но от прочих крупных городов у тебя особое отличие. Ты могуч, по-воински суров. Воинам зовут тебя по праву, ты героя имя заслужил. В прошлом веке боевую славу с братом Севастополем делил. Не с визитом из далекой дали, у трех братьев, проходя в залив, двух держав эскадры здесь бывали, черной смертью пушки зарядив. Не венчали лавры командоров, не вернулся с берега десант, и в порты Атлантики с позором две эскадры двинулись назад. То твои матросы и солдаты сокрушили недруга в бою. За отвагу ратную твою воином зовут тебя. И святое это имя. Новых узнаю я людей на улицах центральных. Слышу всюду музыку труда. Шум моторов, крик сирен сигнальных. Порт не умолкает никогда. Грузно ходят портовые краны. Слышу их гремучую молву. Тружеником славным океана я тебя по праву назову. То твои рыбацкие бригады, закаленный штормами народ, смело достают живые клады из глубоких океанских вод. Сказашь на твои богатые воды, но не только в океанской мгле. Под замком хозяюшки природы много кладов есть в твоей земле. Ключ подобран, скоро. Очень скоро к залежам твоих углей и руд, и к подземным нефтяным озерам путь откроет человечий труд. И вдали, в просторах семилетия, вижу я тебя совсем иным, солнечной, во всем своем расцвете ты встречаешь океанский ветер, став навек героем трудовым. Волны белопенного прибоя шлет тебе привет на порог тихой океан, а за тобою горы светлые сходятся толпою, украшая с лентами дорог. Сходятся задумчивые горы, чтобы здесь, у света на краю, посмотреть на твой приморский город, на красу могучую твою. Это стихотворение Ивана Гончаренко. Я уже говорил, что оно опубликовано в 59 году века минувшего на страницах «Камчатской правды». Вы полюбовались центром Петропавловска. Ну а теперь еще раз, в очередной раз расскажу вам о нашей новой книге. Наконец-то она вышла в свет. Я уже показывал прототип этой книги в своем уютном видеодневничке. Это «Мельпомена в краю вулканов». Сборник, рассказывающий о театральной жизни Камчатки в 20 веке. Первая книга этого сборника посвящена историческому периоду с 16 года 20 века по 45 год включительно. Эта книга вышла благодаря попечению Общественного совета по издательской деятельности при Министерстве культуры Камчатского края и благодаря меценатом. Благодаря рыбодобывающей компании «Океан Рыбфлот» и лично ее генеральному директору Евгению Новоселову, благодаря депутатам Владимиру Агееву, Анатолию Керносенке, Андрею Копылову, Дмитрию Коростелеву, депутатам Законодательного собрания Камчатского края. Ну, и немного помогла нам торгово-промышленная палата этого же самого Камчатского края.
Книга эта не продается. Она распространяется Камчатским отделением Союза театральных деятелей, СТД. СТД – это бывшее ВТО, Всесоюзное театральное общество, о котором мы знаем только по старой песне. Ну, а это ВТО, что-то вроде ГТО. Итак, книга «Мельпомена в краю вулканов», которую мы подготовили с женою, первый выпуск, заканчивается 45-м годом прошлого века. Еще будут минимум два выпуска, но не в этом году. Петропавловском полюбовались, стишки послушали, книжку увидали. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Ежели вам понравилось то, что вы увидели, ежели вам нравятся мои, ставшие в последнее время достаточно редкими, видеодневнички. А ежели не нравится, ставьте дизлайки. От меня не убудет. Пишите комментарии внизу. Вот там, вон, внизу, там. Я, возможно, на них отвечу. Ежели вам не стало сразу скучно, если вы досмотрели до этого места, и ежели вы хотите возвращаться сюда снова, то сейчас для вас появится подсказка. Она появится в правом нижнем углу экрана. Выполняйте то, что она вам велит. Вот эта подсказка. Сделали. Кнопочка «Подписаться» из красной стала светло-серой, и в ней появились два волшебных слова. Вы подписаны. Колокольчик вы тоже нажали. Ай, молодцы! Теперь вы не будете пропускать новые выпуски моего видеодневничка. До свидания.